как бы вы хотели бороться с этим или не хотели, вам может помочь исключительно активное дыхание. Засекайте время, полусидя или полулежа, и начинайте дышать. Начинайте дышать и засекайте это дыхание. Вначале делайте это по полминуты, 3 раза в день. Я знаю, что вам больно, плохо, нехорошо, но наверняка уверен, что помочь вам может активное дыхание. Активное дыхание, если вы будете... Дело в том, что вы ограничены. Ограничены в том, чтобы пользоваться, шевелиться, что-то делать и так далее. У вас болит постоянно, вы испытываете страдания, вам дают препараты всевозможные. И вы хотите выйти из этого состояния, но не понимаете как. Тело не подчиняется. Я хочу вам сказать, что тело, оно может либо быть подчинено, либо оно подчинит вас, ваше сознание и вашу душу. Для того, чтобы тело ваше подчинилось, ему необходимо сказать, что вы им управляете и вы можете его осадить. Каким образом это делается? В вашем случае вам поможет конкретно дыхание. Берете и делаете так. Засекайте время на секундомере и начинаете дышать. Как угодно, не нужно глубоко, можно поверхностно, но активно. И считаете. Как только начинает, можно начать с 30 дыхательных циклов, после чего сделайте перерыв 1 час. Сделайте так, чтобы на протяжении дня вы достигли, допустим, 1000 раз или 1000 вдохом и 1000 выдохом активных. После этого поставьте для себя задачу делать это ежедневно или через день. Делайте это ежедневно или через день. Уже на 7-10 день вы увидите, как начнут с утра появляться силы. Вы будете удивлены, почему вам нужно перебороть то состояние, в котором вы сейчас находитесь. И выздоравливаете. А как поправиться? Берете зеленый чай. И в зеленый чай добавляете сливочное масло 1 или 2 столовые ложки. И щепотку соли, и лучше еще паприки или куркумы желтого цвета. Лучше паприки. И пьете это на протяжении...